Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале Питер Видео с Анной СМИ. И сегодня я хочу вам проанонсировать наше будущее видео. Мы сейчас находимся в центре Санкт-Петербурга. Марсово поле – любимый наш уголок. Здесь много зелени, сегодня прекрасная погода. Вы видите обещанный мною для показа и приобретенный совсем недавно поток караван ягодный. Я его заказывала с сайта платки.ру. Он мне пришел из Павловского посада. Я очень довольна. Он прекрасен, яркий, красивый, сочный. Все, как я люблю. И что же мы сегодня делаем здесь? А мы записываем для вас три видео. Одно из них будет это зумба, фитнес, там я вам продемонстрирую танец с палантином, импульс. Посмотрите, потренируйтесь, позанимайтесь вместе со мной. И второй, и третий, точнее, мы хотим сделать видео о совсем недавно приобретенных мной павлово-посадских платках. Это весна, март, подкова. Затем красный платок, очень красивый, я вам его показывала, но я хочу его вам преподнести немного в другой форме. Он заслуживает полного обзора, красивого, полноценного, с деталями, с нюансами. И второй платок, который я приобрела, караван, мы его вам покажем. И третий платок, который я приобрела совсем недавно в магазине павлово-посадских платков, это культовый платок, я бы сказала, миндаль. И мы предполагаем сделать два видео о трех платках. В первом видео мы вам покажем старинные рисунки павлово-посадских платков. А второе видео отдельно будет посвящено культовому платку под названием «Миндаль», который очень любят все любительницы павлово-посадских платков. И нет ни одной коллекции, которая обошла бы этот замечательный платок, причем в самых разных расцветках. Женщины так полюбили этот современный красивый платок Валерии Фадеевой. Многоцветный, и действительно он многоцветный. Там огромное количество красок. Так вот, любительница павлово-посадских платков покупает не один платок, а покупает 2, 3, 4, 5. А у некоторых самых больших почитательниц есть несколько платков миндаль, целая коллекция. Поэтому ждите наше видео, нам потребуется немного больше времени, мы хотим сделать это тщательно, красиво, с комментариями, сопровождениями, сочетаниями живой съемки и студийной съемки. А я сегодня наслаждаюсь всеми тремя павлово-посадскими платками. И вы знаете, они прекрасно вписываются в наш сегодняшний гардероб, в современную одежду. Вот на мне сегодня надета специально для того, чтобы танцевать зумбу. На мне надеты джинсы, надет жилет, надета кофточка. И вы знаете, прекрасно смотрится. То есть классика сочетается с павлово-посадскими платками очень хорошо. И современный стиль, свободный, спортивный, вас тоже украсит. Старинные рисунки, они, вы знаете, очень современные в наших сегодняшних условиях. Я думаю, и именно поэтому их возрождают, их восстанавливают такие замечательные художники, как Наталья Белокур, Галина Сацкова и многие другие художники. Я заканчиваю наш небольшой анонс. Мы сейчас продолжим нашу съемку. Сегодня чудесный день, очень тепло, очень хорошо. Я всем желаю прекрасного, хорошего настроения. Ждите наших видео. Мы всем всегда очень рады. У нас сейчас большое вдохновение. Мы хотим показать красоту павлово-посадских платков, чтобы к нам присоединилось как можно больше любителей и почитателей павлово-посадских платков. А с вами была Анна СМИ на канале Питер Видео. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, ставьте лайк и ждите наших новых видео. Пишите ваши отзывы, как вам наше сегодняшнее место, кто был и посещал Марсово поле, нравится ли вам этот уголок.
Нравится ли вам здесь гулять? Здесь действительно очень зелено, красиво. Весной здесь прекрасно цветет сирень, липы, кустарники. В общем, очень хорошо, очень хорошо. Вы знаете, вот, посмотрите, какая красота. Вот за мной ходит оператор. За мной ходит оператор, меня фиксирует. Так что мы снимаем на две камеры. А сегодня даже зумбу снимали на три камеры. Хотели попробовать, как у нас это получится. Ну, получилось не с первого раза, поэтому зумба все время протанцовывается 5-6 раз. Здесь масса наблюдателей, масса зрителей, но нас это не смущает. Мы делаем свое дело и получаем от этого удовольствие. Мы хотим донести до вас это удовольствие. Всем хорошего настроения. Все, заканчиваю. Всего доброго. До свидания.